Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Спасибо, приятного просмотра. Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Sober Vision. Сегодня у нас будет обзор небольшого катера. Катер этот фирмы Whale Toys 912. Давайте посмотрим, что у него в комплекте. Ну, я скажу несколько слов по поводу этого катера, по поводу его эксплуатации и своих ощущений. Давайте откроем коробку, посмотрим, что в комплекте. В комплекте у нас идет сам катер. Сейчас мы его откроем, посмотрим, что внутри. Стандартная аппаратура управления Вэлтойсовская, которая идет как для машин, так и для катеров Вэлтойсовских. Это у нас крепление для того, чтобы ставить катер, чтобы рулем управления не задевало у нас, руль управления не задевало у нас поверхности различные, то есть чтобы он стоял высоко. Дальше зарядное устройство, блок питания к зарядному устройству, ну и аккумулятор. Давайте его подставим на подставочку, наш катер. Так, что у нас внутри самого катера? Во-первых, как открывается? Поворачивайте флажок в сторону, снимаете верхнюю крышку. Крышка сидит достаточно плотно. И при катании совсем минимум воды попадает у вас внутрь самого катера. Здесь у вас стоит стандартный коллекторный двигатель. Это, конечно, не БК, не бесколлекторный, но его мощности вполне хватает. Как заявлено на коробочке у нас, скорость лодки составляет 24 километра. Ну, в принципе, этой скорости вполне достаточно. Катер гоняет достаточно бодро. В общем, и не знаю, хотя у меня этот первый катер, мне трудно говорить о том, что как должен ездить отличный катер. Но вот этот катер, который у меня есть, вполне меня устраивает, как он гоняет. Получаете массу удовольствия, не только вы, но и дети и так далее. В общем, не знаю, мне нареканий к нему вообще никаких нет. Минусов здесь я никаких не увидел. Вот, из плюсов, ну, во-первых, здесь есть водяное охлаждение. Охлаждается как регулятор напряжения, как сам мотор. И вода у вас будет забираться снизу катера, проходить по всем основным нагревающимся элементам катера. И вот с этой стороны, сбоку, вода будет выходить. Ну, единственное, что, конечно, она сама не захватывается. Для того, чтобы началось охлаждение, вам необходимо на нем ехать. И вода захватывается и уже проходит по всем охлаждаемым элементам. К сервоприводу, в принципе, тоже никаких нареканий. Работает он достаточно стабильно, хорошо. Винт здесь выполнен из металлоконструкции и пластика. И кроме этого, здесь есть вот такой вот контакт. То есть, пока у вас катер не находится в воде, вы не сможете управлять винтом. То есть, если вы будете нажимать на газ, у вас катер не будет ехать. Можно будет управлять только сервоприводом, только рулем управления. Насчет аккумулятора, что могу сказать? Ну, в принципе, аккумулятор средний. Не сказать, что он хорошо держит ток. Часто он проседает. Я использовал на этом катере вот такую вот пищалочку, которая позволяет контролировать напряжение, и в случае низкого напряжения она будет сигнализировать о том, что напряжение у вас упало. Я выставлял ее на 3,3 вольта на банку. Здесь, как вы видите, двухбаночный у вас аккумулятор. Ну и частенько, да, она в конце уже начинала проседать, потом снова напряжение росло. В общем, аккумулятор не самый хороший. Зарядка хорошая. Этот аккумулятор она заряжает около 2 часов. Достаточно хорошо она балансирует все банки. В принципе, к зарядке нареканий никаких нет. Ну, аппаратура, как я уже говорил, это стандартная вэлтойсовская аппаратура. В принципе, тоже достаточно она хорошо работает. Приятное колесико тоже здесь. Вот видите, специальное покрытие сверху, это не пластик. Здесь уже достаточно приятно и удобно управлять. Кроме этого, есть триммеры. Триммеры газа и триммеры руля. Тоже ничего не могу сказать плохого об этой аппаратурке. Нормально управляется. Дальность, я не знаю, тест дальности я не проводил, но чисто так вот, если примерно прикинуть, то порядка 50 метров катер я отпускал от себя. И нормально он ездил. Связь ни разу у меня так с катером, в принципе, то и не потерялась.
Вот, давайте сверху установим назад крышечку. Тоже плотно все это должно быть закрыто. Поворачивайте флажок. Вот, ну и можно идти гонять. Такой вот получился обзорчик. Всем спасибо, кто посмотрел. Если вы хотите летом развлечься где-нибудь на пруду, на озере, покататься на таком катере, можете смело покупать такой катер. Получите массу интересных эмоций. В общем, как вы, так и дети. Поэтому можете смело покупать. Я всем советую этот катер. Ну и в конце посмотрите небольшую подборку видео катаний на этом катере. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить палец кверху. И всем до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.